В Эстонии выселение должников по кредитам из квартир и домов активизируется весной, когда, согласно прогнозам на рынке недвижимости, начнется рост. По словам одного из банкротных управляющих, до сих пор банки относились к должникам достаточно мягко. По их мнению, выселение начнется весной, когда цены на недвижимость пойдут вверх. В нашем городе этим вопросом мы поинтересовались у маклера Пинди Кинисвара Брониславы Пупкевич. Она прокомментировала это так. Выселения активизируются не только из-за банков, а также из-за того, что люди, кроме банковских платежей, к сожалению, не способны оплачивать коммунальные услуги. Конечно, все это связано с большим уровнем безработицы. В Идавирума спад цен был самый значительный и составлял 70%. Соответственно, и банки потеряли больше. В Таллине цены упали до 50%. Но я бы не стала говорить, что цены уже весной пойдут вверх. Это будет скорее рост спроса на недвижимость. Как вы вообще к этому относитесь? Ну как относиться, если люди пострадали и не знали, что они могут попасть в такую ситуацию, конечно, это, тем более банки, люди-то вообще, которые брали суды, кредиты под квартиры, были достаточно молодыми. Работу сейчас они, самое работоспособное население считается. И сейчас их просто, ну буквально отбирают. Если это, я считаю, что это неправильно. Банки должны идти на какой-то компромисс по этому поводу? Ну так, если люди, сейчас работоспособность населения сейчас у нас вообще очень мало, поэтому в любом случае надо идти на компромисс. Даже если ситуация очень тяжелая, но в любой ситуации можно найти ситуацию, где можно разобраться, почему люди стараются, могут и выйти из этой ситуации, и решить можно это все.